отель в Сочи, в одном из телеэфиров недавно слышал про 60 человек прислуги, каждым которым покупается квартира, если они 5 лет. Работают люди, получается. Отработали. Откуда деньги? Так еще деньги с ласкового мая. Мы единственная группа, кто задекларировали свои доходы. Ни Пугачева, ни Ротару, никто, а именно ласковый май. Угу. Есть решение суда, вступившего в законную силу в 2005 году, где мы посчитали и перед Министерством по налогам и сборам отчитали за свои доходы за прошлые годы. И наш прибыль на 92 год составила 32 миллиона советских рублей, когда доллар стоил 60 копеек, поэтому мы декларированы на огромную сумму денег, которые мы вложили в недвижимость. И мне просто смешно, когда там какие-то журналы называют там Стаса Михайлова самым богатым, там Пугачеву. Ну, мне, просто, разница самая мне просто смешно, потому что недвижимость, которая сегодня у нас есть, Юра Штуновым, она оценивается 890 миллионов долларов. И их эти гроши, 5-миллионные и 20-миллионные, они даже рядом не стояли возле наших денег. Потом, вы понимаете, мы 25 лет богатые. Мы 25 лет, мы уже имели в 89 году свой самолет Як-40, «Чайки», «Зилы». У Шатунова была своя личная «Чайка» ГАЗ-13, на которой Гагарина встречали, Хрущев встречал. Поэтому что нам перед ними, это самое, мы уже давно пенсионеры в денежном плане. Поэтому мы не паримся на эти дела. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».